На каждой инспекции, на каждом поезде мы производим замеры параметров колесных пар с помощью лазерного прибора Калибри. Этот прибор позволяет нам замерить самые точные параметры, которые необходимы для допуска поезда к дальнейшей эксплуатации. Это высота гребня, толщина гребня, ширина обода, диаметр. Данные параметры должны быть строго в пределах допуска и отвечать требованиям документации. Благодаря этому прибору мы получаем оперативно замеры, обрабатываем их и загружаем в общую базу данных. После обработки мы получаем протокол, оцениваем все параметры и принимаем уже решение о том, необходимо колесную пару обтачивать или поменять уже, потому что она достигла предельных диаметров или других размеров. Этот прибор дает достаточно серьезные преимущества, поскольку он ускоряет время проведения замеров, позволяет нам сэкономить в 2, а то и в 2,5 раза сократить это время и выпустить поезд быстрее на линию. Благодаря уже массиву информации и истории замеров по каждому поезду мы можем прогнозировать замены колесных пар, обточку, его необходимую постановку на канаву или же отслеживать характер износов на том или ином направлении. Например, на МЦК свой характер износов, на региональных направлениях движения там другие износы идут. В соответствии с документацией мы должны делать на каждой инспекции, но не реже одного раза в месяц. Поэтому на каждом поезде это делается достаточно часто. Это позволяет нам достаточно точно оценить состояние и пригодность колесной пары. Все данные, полученные из приборов, они попадают в общую базу, а также в систему Карма, где мы можем отслеживать состояние колесной пары с точными параметрами, вне зависимости от того, где находится поезд и какая колесная пара на нем установлена. Соответственно, это помогает нам, находясь за компьютером на своем рабочем месте в офисе, понимать, что нам предстоит, какие работы, или же какую колесную пару где можно использовать, имея вот эти вот точные данные. А дальше, конечно, получив эти цифровые данные, мы можем уже более точно дать данные для обточки колесной пары или же для замены. Благодаря тому, что все в цифре, и благодаря тому, что здесь высокая точность, мы передаем токарю, который отвечает за обточку, эти данные, и он уже может регулировать количество снимаемого металла, может регулировать свой станок. Инженерный состав очень сильно экономит свое время, потому что не надо бежать на склад, рыться в бумажках, достаточно открыть систему Карма, посмотреть все данные. Анализ данных осуществляется на серверных мощностях Siemens Мобильность России, а визуализация аналитики настраивается в соответствии с группой пользователей. Например, инженеры депо видят более детальную информацию о состоянии колесных пар, в то время как диспетчеры получают сводную таблицу о предстоящих работах по замене или обточке оборудования, а подразделение логистики информируется о необходимом объеме для закупки оборудования по выбранному году. Эти приборы позволили, в принципе, компании Siemens экономить время, затрачиваемое на замеры колесных пар. Если ранее эта процедура при помощи металлических шаблонов отнимала около часа на весь подвижной состав, сейчас мы сократили это время в 2, а то и в 2,5 раза. Также мы получили более точные результаты, онлайн-доступ ко всем результатам, ко всем параметрам колесных пар и заметно увеличили ресурс колесной пары. Siemens – это первая компания, которая начала использовать такого типа приборы. Это началось в депо «Металлострой», затем успешная практика применилась на всех других депо, на всех других локациях. Это говорит о том, что, в принципе, эти приборы надежные, что они показывают себя с хорошей стороны и позволяют более точно работать с данными.